Всем большой привет! Я сегодня получила свой заказ по каталогу номер 18 в компании Faberlic. Так выглядел этот каталог. Он недавно совсем с понедельника начал действовать, и я сразу сделала заказ. Получила 19-й каталог, как и многие девочки. Полистала его, но особо новинками он не удивил. Там мало чего новенького, скорее какие-то акции просто. Не знаю, как-то не сильно зацепил. Дело в том, что заказ у меня был больше, но подружка у меня половину уже забрала. Давайте я покажу, что я заказала себе и уже своим близким. Начну из самого далека по баллам. Решила я отоварить свои баллы и взяла средство для мытья посуды концентрированное. Вы знаете, на самом деле, я не знаю, мне кажется, выгоднее его купить, чем потратить баллы. Оно по баллам 50 баллов шло. По цене. Но так как его со скидкой можно купить чуть больше, чем за 100 рублей, а за 50 баллов также идут, например, пудры, которые там 300 рублей стоят. Ну, в общем, в любом случае, мне оно было нужно, и я решила, что не надо жалеть эти баллы, пусть у меня будет лучшее средство и сэкономленная копеечка. Новинки в детской серии появились. Прям очень симпатичная, красивая, яркая детская линейка. К сожалению, у меня ребенок уже перерос их. Но у моей подружки ребенок еще достаточно маленький. Ему 7+. И она взяла своему ребенку, сыну, две зубные пасты. Ну, вот это идет 3+, а вот это 6+. Посмотрите, какой красивенный дизайн. Тут аромат груши идет, а здесь аромат... Так, яблоко. Еле нашла, где написано-то. Вот здесь написано яблоко. Яблоко и груши очень позитивные, очень красивые такие. Прямо тут морская тематика, кораблики разные и подлодки. А здесь машинки такие, друзья. Очень красиво, прям наглядеться не могу. Также подружка себе взяла дезодорант. Это нежность хлопка. Мне кажется, он самый такой нейтральный аромат. Антиперспирант это идет. Обещают 48 часов защиту. Я не брала такой. У него очень интересный тут шарик. В отличие от Avon, мне вот эти шарики больше нравятся. Они маленькие и не так мокнут подмышки. Вот. Поэтому легче распределять. И вот очень оригинально тут как-то оно смотрится. Вот такая вот защитная идет наклейка. То есть, если кто-то откроет, то деформируется. Поэтому... открывать не буду. Также подружка взяла себе, была неплохая цена, вот на эти вот бальзамчики. Один бальзам идет с витамином, второй антивозрастной. Так, вот фиолетовый витаминный, а розовый антивозрастной. Многие девочки их хвалят. У них артикул 4570 и 4571 фиолетовый. Вот. Ну, будет пользоваться. Она говорит, что зимой как раз это очень необходимо. Ну, теперь из более интересного. Была неплохая цена на блески для губ. Они недавно были новинками. Я вам сейчас их покажу. По цене они шли 139 рублей каждый, если берете любые два. Были вот блески для глаз сияющие. И вот они, блески. Блески для губ. Тет-а-тет называются. Всего в них 6,5 мл. У меня в заказе вообще было 3 цвета, но один я уже отдала. Вот этот 44065 я отдала. Он называется чарующий карамельный. Мне кажется, вот он прямо соответствует вот цвету, который есть тут. Он такой нюдово-бежевый оттенок. Также в заказе был пастельный розовый 44067 и, так, не вижу, солнечный клубничный, так вроде бы, да? Да, 44068. Вот эти два я вам сейчас покажу, хотя вот этот я уже показывала, у меня его заказывали. Так, вот их сколько получилось. Вот эти два одинаковые, 44067. У меня такой блеск уже есть у моей мамы. Она сказала, покажи мой. Поэтому показываю ее.
Красивый оттенок, прям очень красивый. И на губах смотрится как лаковая помада, больше, чем как блеск. Липкость присутствует, но для блеска это неплохая липкость. У него даже есть какая-то, ну или некая стойкость. Красиво и светится красиво, и губы с ним смотрятся очень красиво. Под Smokey Eyes вообще, если глаза Smokey Eyes, то прямо супер. Вот. Так, я его не буду путать с теми. Но хотя, вы знаете, у них, у новых... Так, тут уже нету. Наверное, это я уже смотрела, видимо, сняла. Вот так вот у новых, на самом деле, наклейка. И они нетронутые. Но вот эти наклейки очень легко снимаются. Видите, если даже их снять, вообще ничего липкого не остается, и будет незаметно, если их прилепить обратно. С этого я уже сама лично сняла пониже. Мне разрешили его тоже открыть и показать. 44068, это не мой. Так вот он смотрится. И давайте нарисуем. Очень сочный ягодный. Это вот солнечная клубника. Здесь есть блестки. Если в первом блесток нет, но есть глянцевый блеск. Ну нет, там есть блестки, но они такие, знаете, как-то вот в цвете они теряются, и их почти не видно. А вот в этом, в клубничном-то, блестки очень даже заметны. Хотя они все и в нижнем, вот я сейчас смотрю, и в верхнем такого цвета малинового. Ну, вам, я не знаю, наверное, не видно. Симпатичные, оба симпатичные. Так смотрятся. Как такие лаковые помадки смотрятся. Так. Дальше в заказе сейчас покажу наклеечки, а потом еще кое-что из декоративки. Наклейки были по 59 рублей. Можно было взять любые. И у меня был хвойный лес в заказе. Вот так вот он смотрится на картинке. И мне кажется, на наклейках даже еще и лучше смотрится. Вот так симпатично. Очень симпатично, нарядно, красиво. Тут такие прямо елочки и золото. Вот. Такой был заказ. И... тени. Долго я думала, надо мне эти тени или не надо. Если поглядеть на мои запасы, то не надо. Если поглядеть на глаз этой девушки, то надо, и не одну даже палетку. Но, вы знаете, меня Вика Попридухина, Викуль, спасибо тебе огромное и привет тебе большой, предупредила, что Света на модели смотрится не так. Там такой зелени на самом деле нет. Я ей поверила. Почти. Викуля, я их все равно заказала. Я думала, что ну вдруг на моих глазах будет вот прямо вот такая зелень. Я не знаю, мне кажется, вот по факту, я сейчас вам тени покажу. Тут добавлен зеленый карандаш. Вот такой вот, знаете, болотный. Или вот как вот есть Вейвен карандаш, лист Шалфея в серии Марк. Вот как будто... такой цвет добавлен. По факту оказались тени. Я их даже не открывала еще. Решила открыть вместе с вами. Ну что, я тут свечусь. Давайте открывать. Так, 51,94, кажется, артикул. Ну и по факту оказалась вот такая палетка. Тут есть вот такой спонж. И вот такие цвета. Цвета в любом случае красивые. Мне не очень идут серые цвета, а тут не серые, тут бежевые, уходящие куда-то вот в асфальтовый, что ли. Прямо цвет-то оригинальный, интересный, но не зеленый. Да, 51,94, песочные замки называются. Вот давайте мы с вами вместе попробуем вот так вот. Вот так-то вроде похуже, но на глазах-то. Нет, ну вот этот светлый, вот,
тут он. Они прям друг на дружку смотрят. Отличается, конечно. Но в палетке он светлее, а на фотографии потемнее, посочнее, как бы позеленее. Ну, давайте смотреть. Мне уже самой не терпится увидеть свотч. Конечно, на глазах я тоже попробую. Так, мне пора коррекцию делать, у меня ногти мешаются уже. В них есть такие деликатные блестки. Не знаю, вам видно или нет. Ну вот на пальцах видно. Есть блесточки. Ну и давайте, как они переносятся. Вот так. Ну, не знаю, я не верю, что у модели макияж из этих теней. Где она этот зеленый взяла? Вика, ты права, тут нет зелени. Вот прямо я побольше стараюсь сейчас нанести. У них на пальце-то еще хоть какая-то передача есть, а вот сюда надо стараться. Попробую я все это на глаза, посмотрю, как будет это смотреться на глазах. Но никакой тут зелени. Все-таки они, мне кажется, схитрили и добавили в макияж модели. Так, где ты, модель? Не прячься. Я все равно найду. Они добавили в макияж модели зеленый карандаш или зеленую подводку. Смотрите, вот еще разок, как оно тут. Вот так, и как оно вот тут. Это я показываю так прям подробненько тем, кто, как я, завороженно смотрит на этот глаз и думает, что у вас будет то же самое. Нет, так не будет. Тени. Не скажу, что меня впечатлили, конечно. Я ими буду пользоваться, но это не то, что они обещают. Ну и, наверное, последнее покажу. Это уже более интересно. Но для меня и тени были интересны. Это украшение. У меня был в заказе вот этот набор. Вот он на девушке. Серьги и колье. Драгоценный подарок для королевы вечера называется. Вот такая тут информация. Я ее читать уж не буду подробно, а вот так вам поближе покажу. Украшение Одри. Стекло, сплав. Ну, вроде тут все размеры видно. И пришло оно вот так. Так оно смотрится. Если с пальчиком серьги сравнить, то вот они совсем небольшие, сантиметра 3. Там, наверное, вы уже прочитали размеры. 0,5 на 3, да, сантиметра. Украшение плоское. Оно не выпуклое. И очень даже симпатично смотрится. Сейчас я вам покажу. Из пакетика достану. Мне доставать можно. Если у кого-то сейчас стресс, то мне доставать все можно. Вот так оно смотрится. Давайте поближе. Тут все, конечно, сверкает на свету. Как вечернее украшение, где много будет иллюминации, света, то камушки будут, конечно, играть. Это будет смотреться очень даже красиво. Я специально шевелю немножко, чтобы вам вот этот вот блеск. Хотя стекло, это не стразы там Сваровски, но комплект смотрится интересно. Вот так. Украсит. Если красивое вечернее платье и такой набор, то явится, конечно, украшением. Будет смотреться неплохо. Еще раз покажу тени, блески, ну и все остальное.
Спасибо огромное за внимание. Надеюсь, я была в каком-то смысле и полезна, по крайней мере, в отношении теней. Если бы вот я их вот сейчас посмотрела и начала делать заказ, я бы их не заказала. Но в любом случае я ими буду пользоваться, почему бы и нет. В крайнем случае можно всегда подарить тем, у кого нет таких оттенков, например. Огромное спасибо всем. Всем до новых встреч и всем пока.